успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда ты будешь самым крутым, считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребята, меня зовут Алексис, и сегодня мы с вами поиграем во все игры, которые похожи на Among Us. У нас очень много новых игрушек, поэтому усаживайтесь поудобнее, заряжайте этот видосик своим лайкосиком, а мы начинаем с игрушки Pull the Pin. Ну что ж, давайте тогда выполним, в принципе, первую миссию, то есть здесь нет ничего сложного, просто... потянули за тот рычажок, и все, и миссия выполнилась. Так, здесь нам нужно сделать два движения. Одно, затем второе. И наш маленький импостерик собирает вот эти вот золотые монетки. Кстати, ребятки, я немножечко обновил свое железо. Да, теперь у нас игрушки будут двигаться очень плавно. Все, у нас теперь вообще не будет ничего глючить, потому что я купил себе очень крутой компьютер. Все, ребятки, ради вас, чтобы игрушки игрались немножечко плавнее. Так, короче, смотрите, с воды мы сделали, грубо говоря, с воды и лавы мы сделали камушки. Так, теперь вот сюда вот, и поднимаем второй рычажок. Все, ребятки, миссия выполнена. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы вообще пользуетесь больше какими гаджетами? Компьютером, телефоном, либо планшетом? Так, ребят, смотрите, тут нам нужно взять меч. Сейчас мы уничтожаем этого импостера. Подходим к нему, до свидания, импостер, и идем спасать нашу девушку. Миссия номер 6. Вот тут уже немножечко посложнее, наверное, будет. Так, смотрите, лава потекла в одну сторону, а золото упало совсем в другую сторону. Хотя нет, ребят, нет ничего здесь такого сложного. Миссия выполнена. Так, мы с вами пройдем еще несколько миссий. Так, сначала мы откроем вот это вот, затем мы сделаем вот так вот, чтобы золото не попадало в лаву, да? Теперь смотрите, опачки, водичка потушила всю лаву. И мы идем за этим золотом, ребята, забираем это все золото, все оно, все наше. Ладно, ребят, давайте мы тогда выполним с вами еще одну миссию, будем приступать к следующей игрушке, которая похожа на Among Us. О, тут уже интересненько, тут уже, ребята, есть над чем подумать. Итак, нам нужно уничтожить как-то этого пацанчика с помощью лавы, скорее всего. Давайте мы сделаем вот так вот, так, все, лава потекла на него, и он погибает. Так, теперь, ребята, мы эту лаву тоже должны с вами погасить как-то. Ой, а как мы ее погасим? Мы ее уже вряд ли погасим, ребят, потому что уже вся вода испарилась. Блин, печально, конечно, очень печально. Ладно, давайте будем тогда открывать следующую игрушку. Это у нас Among Squid. Так, нам нужно прочертить вот такую вот полосочку, смотрите. И они по этой полоске, ну как бы по этой трубе, ребят, перебрались на другую сторону. Кстати, прикольно, прикольно. Это немножечко лучше, чем этот, как Click the Rope, либо как она называется, когда мы натягиваем веревочку. Потому что, ну вот, например, так как-то легче играется. Вот сейчас вы, ребятки, поймете, когда там будут... уже уровни посложнее. Там какие-то пойдут уже пятые уровни, либо шестые. Да, ребят, как же быстро все здесь загружается. Я еще, знаете, не могу привыкнуть к этой вот скорости. Игрушки просто грузятся очень быстро. Вот смотрите, если бы мы играли Cut the Rope, нам нужно было за что-то... Не Cut the Rope, а, ну, как бы протягивали веревочку, нам нужно было за что-то бы ее зацепить, да, чтобы она вот так вот напрямую не прошла через это вот лезвие. А здесь мы просто прочертили трубу, и все, и по этой трубе наши Among Us-ики спустились. Да. Ребятки, ребятки... О, тут вообще легко, смотрите, тут вообще изи, просто изи. Вообще, ну как бы играть в эту игрушку не очень, ребят, сложно, и она довольно-таки прикольненькая. А почему здесь Among Us-ики только красные и желтые? Вот реально, почему других каких-то цветов нету? Так, хорошо, смотрите, давайте мы прям возле лезвия пройдем вот так вот. Хоп, возле второй лезвия проходим, но все равно, ребят, мы не погибаем. Нет, конечно же. Мы здесь выигрываем, и мы доправили сколько? 30 из 20. Так, можно, в принципе, новый скин, смотрите, выбрать. О, тут уже есть девушки и мальчики, прикольно, get it. Get it now, отлично. У нас теперь будет, ребята, новые скины. Так, это скины премиум класса? Нет, спасибо, нам такие скины не нужны. Так, смотрите, ребята. И все, приехали. Приехали на другую сторону, да? Классно. Ребята, как вы считаете, Among Us сейчас такой же самый популярный, как и он был, ну, где-то месяц назад, либо два месяца назад? Мне кажется, что люди начали играть меньше в Among Us. Лично мне, вот, например, ребятки, лично мне больше нравится играть в Brawl Stars. Сегодня, конечно, Brawl Stars'а нет, но сегодня уже вышел ролик, ребят. В нем есть Brawl Stars, поэтому кто хочет, обязательно смотрите его. Так, ладно, смотрите, тут вообще на изи. Тут вообще, ребятки, на изи. Ой, а хотя, не-не-не-не-не, сейчас, наверное, все-таки часть погибла. Часть бойцов погибла, а мы что? А, мы выиграли, потому что дошло 17, ребята, из
Из 15. Так, ну тут легко. Мы тут соберем, ребят, все кристаллики. Смотрите, как легко мы это все сделаем. Так, сюда, 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 сюда. Идем сюда. Эти собираем кристаллики. И еще, ребят, вот так. Вот смотрите, просто все кристаллики мы одним движением сами... Блин, один пропустили. Ребят, один кристаллик пропустили. А ну, да, только один. Ну, капец, ладно. Один это, в принципе, не беда, да? Так, ладно, я предлагаю тогда, ребят, пройти еще одну миссию. И будем открывать с вами следующую игрушечку. Так, тут что у нас? Тут тоже ничего сложного нету. Все, короче, поехали, ребят. О, нет, давайте подождем. Подождите секундочку. А, лезвие и так не достанет до меня. Да, лезвие до меня не достанет. Миссия выполнена. Следующая игрушка это у нас Impostor Solo Kill. Это первая миссия. Мы как бы обучаемся играть в нее. Так, мы уничтожили того чувачка. Смотрите, теперь если мы уничтожим этого, то синий увидит это. Поэтому нам нужно сначала уничтожить синего. А затем, ребята, мы уничтожаем этого вот салата. Мы просто отрываем им головы. Жесть, ребят, здесь такая музыка, конечно, жесткая. Я надеюсь, что вам это все слышно. Так, для начала мы закроем дверь. Теперь мы тебя грохнем. Так, уничтожаем тогда первого бойца. Так, бабах. Идем открываем дверь и уничтожаем второго. Так, что тебе страшно, да? Конечно, тебе должно быть страшно, потому что я тебя уничтожу сейчас. Ребят, а вам, например, в Among Us играть больше нравится за кого? За импостера, либо за обычного игрока? Но мне, например, больше нравится, конечно же, играть за импостера. Мне кажется, что многим больше нравится играть за импостера. Так, мы с вами еще зарабатываем дополнительные монетки. Continue. Так, отлично, ребятки, отлично. Tap to play. Так, следующая миссия. Давайте мы здесь подумаем, ребят. Давайте мы здесь подумаем, как бы нам поступить. Давайте мы закроем дверь для начала. Так, затем мы уничтожаем синего. Смотрите, уничтожаем синего. Затем мы идем уничтожаем салатового. Так, все, съели. Идем открываем дверь. И уничтожаем оранжевого. Да, он увидел эти трупы, испугался, но зарепортить он, ребята, не успел. Да, как же все плавненько здесь двигается на моем новеньком компьютере, ребят. Так, смотрите, тут нам нужно сломать. И, скорее всего, в люк спрятаться. Так, все, спрятались в люк. Пошли они его чинить. Так, все, один чинит, другой контролирует. Так, уничтожаем тот, который контролирует. А теперь уничтожаем того, который чинит. Все. Миссия выполнена. Ребят, а в конце мы с вами, знаете, что поиграем? В конце мы с вами поиграем в Among Us. Так, в самый настоящий Among Us. Так, тут нам нужно, ребят, снова сломать. И дальше следующий шаг. Что нам нужно сделать? Так, ага. Так, уничтожить его. Ну, давайте мы его уничтожим. А, все, это так легко и просто. Да, эта миссия, ребят, смотрите, выполнена уже. То есть мы ее прошли вообще без проблем, да? Так, окейшки, давайте тогда выберем себе... Ого, можно новое оружие выбрать, ничего себе. Так, ну давайте мы тогда выберем себе новое оружие. Так, weapons. И прокачаем его. Все, ребят, выбираем его. Теперь у нас, получается, нож есть. Так, смотрите, что нам нужно здесь делать? Давайте мы сначала сломаем тут кое-что. Оп. А, зарепортили, да? А, нет, 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 не зарепортил. А, нет, блин, ребят, зарепортил. Значит, нужно как-то было по-другому все-таки поступить. Ладно, давайте мы поступим тогда по-другому. Еще пройдем эту миссию и будем следующую игрушечку открывать. Так, давайте мы его грохнем. Так, а потом мы... Ай-ёй-ёй-ёй, блин, не надо было это уничтожать. Просто сейчас чувачок придет. Так, давайте мы спрячемся. Так, прячемся сюда вот в люк. Приходит фиолетовый. Так, и он не понимает, в чем прикол. А хотя, да, нужно было все-таки, наверное, ребят, спрятаться. Все, до свидания, фиолетовый, и мы его тоже грохнули. Ребят, приступаем к другой игре. Здесь мы можем играть как и за импостера, так и за survival. Ну, давайте начнем, в принципе, с выжившего. Так, и тут нам нужно убегать. Получается, так, убегаем, 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 и все. Так, ребят, мы уже должны убегать. А, мы должны еще и чинить, походу, что-то, да? Так, ну что ж, давайте тогда будем чинить. И стрелочка показывает уже вот сюда вот. Так, бежим, 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 бежим. Так, теперь вот сюда вот. Их нужно, наверное... А, нужно запустить, скорее всего, все провода, да? Нужно запустить все проводочки. Но эти уже проводочки запустили, походу. Так, мы выиграли, ребят. Конечно, что тут нужно было делать, я не понял. Давайте теперь мы будем играть за импостера. Так, стоп, мы сразу проиграли? Импостер. А почему меня... Почему меня сразу нашли? Подождите, я не понимаю, как играть за импостера. Давайте вот выбираем импостер. Так... Так, 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 так. А, все, 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 я понял, ребят, в чем прикол. Так, смотрите, смотрите, смотрите. Опа, так, все, 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 бежим, 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 бежим. Главное, чтобы нас не увидели, ребят. Опа, все, закиляли. Отлично, 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 отлично. Так, стоям бы. О, все, увидели меня. Все, я понял, ребят, я понял, как нужно играть за импостера. Смотрите, мы пока в коробке находимся. Так, нас могут заподозрить, нас могут заподозрить. Так, опа, привет, до свидания.
Так, стой, стой, стой. Стоп, спрятались, спрятались, ребятки, спрятались. Так, какие-то подозрения у него возникли у этого пацанчика. Так, бежим сюда, бежим сюда. Так, они должны как бы все это активировать, а мы должны не дать им это сделать. Так, все, минус еще один. Так, бежим, 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 бежим. О, тут вообще два импостера. Все, мы выиграли. Классно, да? Давайте еще сыграем тогда за выжившего. Так, бежим, бежим, бежим. Нам нужно это все активировать. Так, активируем первую штучку. Так, побежали активировать второй. Второй, 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 второй проводочек. Давай, давай, ребят, мы должны сами это сделать обязательно. Так, все есть, активировали. Так, третий. И все, мы выиграли. Импостеры просто поймали, походу. Ну, ребят, это онлайн-игра. Так, теперь мы с вами импостер. Теперь мы с вами импостер. Так, давайте мы закиляем этого. Так, опа. Блин, стоп, черного. Черного киляем. Так, да блин, почему он не киляет? Так, почему он не киляет? Так, все, закиляли. Отлично, ребята, эта игрушка мне, если честно, нравится. Эта игрушка прикольненькая. Так, салатовый, до свидания. И оранжевого мы сейчас грохнем. У-у-у, все. Стоп, you lose? В смысле, меня поймали? Ладно, давайте вот так вот, еще последняя катка, и будем тогда открывать с вами следующую игрушечку. Так, минус один. Отлично, сейчас будет минус второй. Давай, есть. Так, вот эти вот все на куче находятся. Так, ребят, они все на куче, давай, давай, есть, 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 есть. Так, какие-то подозрения, смотрите, за ним тоже импостер бегает. Так, и еще нам нужно грохнуть одного. Ребят, мне еще этого, да, все, мы выиграли, ребят, вообще без проблем. Классная игрушка, да, согласитесь. Давайте будем тогда открывать к следующей, будем приступать к следующей игрушке. Друзья, одна игрушка сегодняшняя по Манкасу была очень уж плохая, поэтому я решил даже в нее не играть и заменил ее на Бравл Старс. Первым делом давайте мы возьмем вознаграждение. У нас получается пока Новый год, постоянно какое-то вознаграждение от разработчиков, это действительно очень круто. Так, давайте посмотрим, какой же мы режим с вами поиграем. Давайте поиграем режим ограбления и можем, в принципе, поиграть даже за вот это вот, ну, пацанчика. Сейчас посмотрим, как будет играться Бравл Старс на моем новом компьютере. Раньше вы помните, как оно чуть-чуть пролагивало. Оно сейчас. Так, ребят, сейчас никаких лагов я не вижу. Все плавненько, все настолько плавно происходит. Так, что за мясо? Что за мясо? Так, этого можно коцнуть, постараться. Так, о чем мы тут должны вообще сделать? Мы должны сундук разбивать или что? Ребят. Так, надо, наверное, разбивать сундучок. Так, давайте, давайте мы этого грохнем. Теперь в портал идем. Теперь в зеленый портал. Стоп, стоп, стоп. Нам не нужен зеленый портал. Нам нужен желтый, наверное, портал, ребят. Так, загружаемся. Загружаемся и в желтый портал. Давай, давай, давай. Так. О, все, отлично. Вот, вот куда нам нужно, ребят. Вот куда нам нужно. Так, все, этого мы грохнули, ребят. И теперь ну, давайте накроем ракетами. Одна ракета только вылетела, ребят. Одна ракета только вылетела. Но у нас здоровья очень мало. Смотрите, сейчас, наверное, возле нас тут появятся какие-то чувачки. Так, давайте мы тогда пойдем, ребят, их гасить. Так, привет. И идем туда к ним домой. Так, все, начинаем гасить по их сундуку. Бам! Блин, еще и на мины попал, ребят, еще и попал на мины. Да, мы с вами проиграли, конечно, в этом вот режиме. У нас еще осталось здоровье. Ну, нам нужно просто защищаться, хотя, в принципе, ну, нам лучше атаковать, конечно же, потому что если мы будем просто защищаться, ребят, то мы точно не выиграем, ребят. Мы тогда точно не выиграем. И давай накроем, давай, давай, давай. Блин, ну, я старался, ребят, как мог, но мы проиграли, к сожалению. Так, ладно, давайте тогда загрузим еще одну катку. Я хочу, знаете, что поиграть? Я хочу поиграть обычное столкновение. Так, обычное столкновение, одиночное. Блин, я не могу, ребят, привыкнуть, что оно все так быстро загружается. Это просто мега круто. Так, тут у нас есть баночки или нету? Нам нужно выбрать жертву. Давайте мы выберем себе вот эту вот жертву. Так, Тика, да? Тика выберем. Ой, а может быть и не выберем Тика. Но он, получается, через... бил через стену, так. Оп, 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 оп. Так, сейчас еще разочек. Еще разочек, ему хана. Так, он засосал меня. Так, он меня засосал, но я убежал. Так, давай, 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 давай. Блин, смазали, да что ж такое-то? А ну, блин. Почему я так кашу, ребят? Я очень жестко мажу. Блин, этот Тик меня грохнул, ребята, представляете? Это просто капец. Мне кажется, что этот боец не подходит к этому, под этот вот режим. Мы сейчас с вами выберем другого какого-то бойца. Я вообще не понимаю, почему я только играю за этого. Так, что мы с вами выберем? Давайте мы себе с вами выберем... Так, может быть, Дэрила. Да, давайте выберем Дэрила. Все, и погнали. Дэрил, мне нравится то, что он как бы типа тяжа, да? То есть в ближнем бою он очень сильный. Так, и кого мы подойдем сначала уничтожать? Так, давайте подойдем тогда уничтожать вот, блин, Кольт. Может быть, тебя? Нет. Так, ладно, давайте мы тогда прыгнем. Прыгнем, прыгнем, прыгнем. И ю-ху! Так, а он пошел туда вот, да? Так, ладно. Надо, ребят, каких-то ближников мочить. Ближников. Так, но не Фрэнка, ребят. Но не Фрэнка. Так, Фрэнк пусть там все нападает на этого пацанчика.
9 еще осталось. Так, ребят, мы можем сидеть в кустиках. Ну, тут в кустиках тоже может кто-то быть. О, тут у нас в кустиках. Так, убегаем. Убегаем, ребята. Убегаем. Тут еще Кольт. Блин, Кольт меня подцелил. Ребят, там в кустиках сидела, получается, у нас кто? Пэм, да? Или как там ее зовут? Ребят, я точно уже не помню. Так, ладненько, давайте мы тогда с вами что сыграем? Давайте мы тогда сыграем какой-то режим. Еще хочу один режим какой-то сыграть. Давайте, например, вот с этим вот монстром, и выберем здесь себе какого-то Ро, например. Мне нравится играть за Ро вот в этот вот режим, потому что, ну, мне вообще нравится играть за этого бойца. Он очень прикольный, у него способность классная. Мне нравится его способность, ребят. Так, все, погнали нападать на этого монстра. Он уже разрушает нашу, ребятки, наш город. Так, но мы его сейчас вырубим. Так, смотрите, как он поедает, ребят. Он поедает город очень жестко. Так, Кольт стреляет. Кольт сколько урона наносит? Мы наносим 676, а Кольт наносит, наверное, чуть больше, да? Либо чуть меньше. Так, ну, не знаю, ребят, конечно. Так, давай еще сейчас ульта моя перезарядится. Хорошо, что он стоит на месте, ребят. Все, ульта заряжена, и бросаем ее туда. Так, все, сейчас будет бум-бум-бум. Так, один бум, второй бум. Так, мы отступаем. Смотрите, Годзилла разозлилась. Годзилла очень сильно разозлилась, ребята. Так, она у меня даже раз попала. Блин, смотрите, какой он быстрый. Отстань от меня, пожалуйста. Так, все, он меня грохнул, ребят. Я появлюсь только через 20 секунд, представляете? Город разрушен на 50%. Да ладно, мы что, сегодня во всех катках проиграем? Это просто капец какой-то. Испытание сложный. А, тут еще и уровень сложный, получается, стоит. Так, все, отлично, заспамнился Кольт. И сейчас мы еще с вами заспамнимся. Так, 33%, ребята. 33%. Так, все, привет. Привет и до свидания. Так, 51% у этого чувака здоровья осталось. Так, давайте мы его ультанем еще. Пусть он повзрывается немножечко на нашей ульте. Так, о, все, ребята, все. Босс злится. Босс очень сильно злится, так, поэтому мы... Так, уходим, ребята, пусть он на Ниту нападает. Так, на нас нападать не надо. На нас нападать не надо, так, на медведя, на кого угодно, только не на меня. Только не на меня, так. Хорошо, босяка, все, босс уже не злится. Так, значит, босса можно уничтожать. Так, сколько там еще? 18%, ребят, 18% осталось у него. Так, ультуем. Давай. Сейчас он на 3 бомбочки прям взорвется. Так. Сколько там? 30%. Еще 13% города, ребят. Но есть вероятность, что мы еще выиграем, но очень маленькая вероятность, ребят. Все, последние города остались. Это последние города, действительно. Чуть-чуть не добили, ребят. Но сегодня что-то нам реально не везет в Бравл Старсе. Возможно, повезет в Among Us. Поэтому, знаете что? Поэтому давайте я буду закрывать Бравл Старс. Открываем тогда Among Us. Друзья, у нас первая катка, и мы импостер. Ничего себе, блин. Так, это, кстати, еще режим прикольный, такой новый. Так, ладно. Ладно, побежали. Побежали тогда. Так, мы можем устраивать саботаж. Ребят, мы можем устраивать здесь саботажик. Так, давайте мы это сделаем. Давайте вот так вот в реакторе. Опа. Саботаж. Так, это сразу скан. Так, это скан. Так, окей, побежали. Побежали сюда. Так, ну что, давай мы тогда будем уже грохать их. Хоть кого-то, да? Так, давай, пошли. Сим-сим, откройся. Так, подождите, карта. Ну ладно, пошлите, может быть, порешаем сейчас. Так, может быть, сейчас мы кого-то решанем здесь. Так, все, это был скан. А она тоже не уничтожает, да? Она тоже никого не уничтожает. Так, все, бежим наверх. Может быть, у нас здесь кто-то наверху есть. Ребят, эту карту я очень плохо знаю. Как бы то, что я выпал импостером, это чисто случайное вообще. Чисто случайное совпадение. Так, идем сюда. Тут ничего нету. Так, тут у нас тоже никого нету, да, получается, да, тоже никого нету. Так, хорошо, а игроки выполняют потихоньку задание. Давай, убегаем. Опа. Так, так, и кто это у нас зарепортил? Так, синий. Давайте мы напишем так, синий просто. Так, подождите, по-русски. Синий. И отправляем, все. Так, кто? Ну, просто на Карину, короче, этот... Все обвинения, да, ребят. Так, я против нее голосую. Так, о, и она тоже написала синий. Все, короче, синего кикаем. Это, там еще, кстати, на нее что-то сказали плохое. Так, но я надеюсь, что сейчас, короче, кикнут вот эту вот Карину, потому что, ну, все-таки она видела, как мы грохнули. Получается, ну, как я грохнул того чувачка. Так, что тут пишут? А, тут все против синего, ребят, тут все против синего. Так, еще не проголосовала у нас одна София. Последняя. Синие до конца
пытается себя как-то оправдать, говорит, нет, это не я, поверьте мне на слово. И да, ребятки, действительно все бросили, ну все кикают синего, да, все, прощай. Да, это был не импостер, конечно же, ребята, это был не импостер, потому что импостер мы с вами. Так, мы можем устроить саботаж какой-то, так, давайте мы сделаем... блин, нужно было, конечно, лучше свет погасить, но так тоже нормально. Так, побежали, 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 побежали. Срочно нужно выполнить это задание. Так, подождите. А, Софа тоже, наверное, не умеет играть в эту вот игрушку. Ну, типа, в этой вот карте. Так, опа, 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 опа. Так, хорошо. Грохнули, грохнули мы ее. Так, отлично, теперь давайте зайдем вот сюда. Вот, заходим в люк. Так, и нам нужно, ребята, отсюда убираться как-то. Так, бежим, бежим, бежим. Главное возле трупа, ребят, не ходить. Главное не ходить возле трупа. Так, о, все, это победа. Ничего себе, мы так быстро выиграли, класс. Ребят, прям очень круто. Я хочу даже сыграть еще одну катку. Ребята, и мы снова импостер. Да ладно, почему мне так везет? Так, я с Димой импостер. Так, ну все, хорошо. Погнали тогда, Димон, погнали с тобой тогда вот в эту вот сторону. Так, и... Так, 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 бежим сюда, сейчас забежим мы в электрику, ребята. Так, забегаем в электрику, и нам нужно готовиться кого-то убивать. Так, давай, 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 все. Сюда вот, опа, 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 сразу нашли труп. Хорошо, сразу просто нашли. Так, сейчас посмотрим, ребятки, что, кто пишет. А, еще и Дима нашел. Так, синий. А почему синий? Давайте спросим, где? Просто так вот где? Не-не-не, черный и не-не-не я. А, не черный и не ты. Так, так, давайте спросим, где? Красный. Так, красный либо синий. Так, я думаю, что это, знаете какой? Я думаю, что это коричневый. Коричневый. Просто я против коричневого голосую. Так, коричневый. Так, я надеюсь, что мой этот союзник меня поддержит. Так, коричневый. Так, все. Я за коричневого голосую. Либо же, знаете что, ребят, либо же вообще можно скипнуть. Но я думаю, что, наверное, все-таки меня кикнут. Просто я не понял, как. Может быть, кто-то увидел мой скин, когда я телепортировался. Так, ребят, 2-2, смотрите, как хорошо, что я проголосовал против коричневого. Ну, 2 еще и скипнуло. Можно было просто смело скипать. Так, короче, никого не выбросили. Нужно грохнуть, ребят, фиолетового. Нужно грохнуть обязательно фиолетового. Так, давайте мы погасим свет для начала. Для начала мы погасим свет. Так, все, хорошо. Так, и погнали, ребятки, погнали решать фиолетового. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Свет еще не погашен. Свет еще не погашен, ребята. Так, погнали, бежим, 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 бежим. Так, все, 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 свет починили, отлично. Так, отлично. Так, опа, 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 опа. Давай, 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 давай. О, все, победа, ребят, вторая победа. Да, быстренько мы порешали, конечно. Ребят, на этом свое видео буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока.